Добрейшего утреца, ребятки. Еду, наблюдаю пробочку. Здесь, я так понимаю, постоянно по Володарке. Здесь Федя Воробей живет. Вот. Надеюсь, он не страдает в этой пробке, а едет в ту сторону. Залился до полного. На 2900 влезло. А с учетом, что я там 2 дня почти стоял на трассе, чтобы тепло было. Итого хватило прошлого полного бака на 300 километров. Получается 300 километров 70 литров. Вот такое себе. Мне, кстати, многие пишут, ставь ГБО, газ, баллон в багажник или баллон вместо запаски. Но получается, если баллон в багажник, то нет багажника. Если баллон вместо запаски, то нет запаски. А если запаску в багажник, то она занимает место, которое там нужно для другого. И получается, что ничего не получается. Можно справа на пассажирку баллон, короче, поставить. Но мне кажется, это шляпа. Я в мячике одел, маска-шапочка от холода, от коронавируса, от всего она помогает. Сейчас еду ставить на тренажку, если помните, у меня еще тренажка есть на СР, СР починили, Геннадий, специалист, починил. Еду обувать на нее колеса, потому что я их снял, и буду сегодня перетаскивать, наверное, в бокс, ставить сырок на место, чтобы на сырковой школе можно было долбить сейчас зимой. Так что начинаем. Откопал тренажку, поставил колеса, и тот момент, когда... Короче, ей надо ее вытащить. Но у тебя нет проушины буксировочной, потому что тут бампер стоит. Ну, есть зато колесо. Будем за колесо тянуть. Впервые в моей истории. Утаскиваем с парковки тренажку без водителя. Интересно, будет она поворачивать за мной? Нет, на веревке. Ваши ставки, господа, врежемся мы куда-нибудь или нет? В общем-то, если правильно ехать, то она поворачивает. Ну-ка, давай сюда за мной. Подруга, поворачивай колеса. Поворачивай. Так, только не обгоняй меня, да. Хорошо, договорились? Во-во-во-во, куда ты в грязюку полезла? Ну-ка, давай сюда левее. Молодцом. Короче, будем в следующий раз отрабатывать 2 тачки на веревке. Вроде едем. Ехать, благо, недалеко. Хорошо, что никто не знает, что во второй машине нет водителя. Так, сложный элемент, поворот 90-градусный. Давай. Так, только не разгоняйся. Только не разгоняйся, говорю. За мной потихонечку. За папой. Там колодец, куда ты топишь? Давай сюда. О, молодец. Ровненько, ровненько. Держим строй. Куда тебя разболтало-то? Давай потихонечку. Так, финиш у нас не получился идеально ровный, но припарковались без происшествий, более-менее. Будем заниматься аппаратуру, восстанавливать, так сказать, в строй ее, в бой. Ну-ка, подскажите, как называется, когда ты вместо того, чтобы на даче картошку окучивать, таскаешь всякие тяжести, надо и не надо. Колеса там переворачиваешь. Бегаешь, прыгаешь, херней занимаешься всякой, а? Как называется? Птичка в клетке, упражнение выполнено. Первый подход. Сырочек на местах. Сырочек плавленый. Будем все это дело собирать, вертать в жизнь эту аппаратуру. У меня даже мысля была ее, может быть, собрать, покататься, летом продать. Она на доках, как бы на ровных, ну, по красоте. Но потом я подумал... Их так мало осталось, оставлю себе. А помните, ребятки, я ехал в ту сторону и говорил, что в ту сторону пробка. Так вот, она не кончилась и не собирается кончаться, там какой-то ПВГ, походу. И поэтому я еду в пробке теперь. Тем временем я заловился с чувачком из страховой компании, который осмотрел повреждения пикапа, если помните, было ДТП. Оказалось, что в приложении, в котором я оформлял европротокол, оно почему-то не оформилось. Ну, хрен с ним. Короче, мы все там написали, бумаги. Ждем, надеемся, что будет выплата. А я приехал за аккумулятором взамен того, который крякнул на брате Бурятию, чтобы вернуть такой же на Бурятку. И сейчас сдам 3 аккума, куплю 1 аккум. Все, аккумулятор купил, 3200 отдал. Вот такой взял. Ну, такой же, как был на Бурятке, такой же и взял. 3 аккума сдал, скидка получил. Все, поехал дальше. Помою сейчас кузовок себе там. Продолжаем. Тут у меня маленькая электролита на полу. Электролит, он, в принципе, безвредный.
я решил его смыть. Так, руками потер, протер сколько смог, решил, тер что. Тут явно что-то происходит. Бардяка пузыри выдувает. Ну-ка прекрати баловаться. Так, ну разумеется, лопату я тоже мою, чтобы была чистенькая.